беру новый комплект сцепления DWK038. В комплекте идет новый выжимной гидравлический. Новый диск. Made in Korea. Номер диска DW30, если отдельно заказывать. Номер корзины DWC32. Вот номер Made in Korea. На выжимном. Маркировки конкретной нету. Есть какая-то, но это не та. Это не та. И также взял по совету подписчика Jones Way AN012049. Это для центровки и установки сцепления набор. Еще им не пробовал работать. Так, это однако большая будет. Да, это большая. Вот это будет нормально. Все, диск зажал. Вот диск видно зажатый. Относительно корзины он ходит. А вот теперь этим конусом центруем диск относительно корзины. Все. Стоит ровненько. И удобненько. Идем устанавливать. Протягиваю. Все, сцепление я подтянул. Теперь можно снимать оправку. И с помощью этой оправки сцепление отцентровано. Очень удобная штука. Благодарю за приятные и нужные советы. Меняем выжимной. Продуть продул. Но вот эту грязь уже чистить не буду, чтобы не мусорить во дворе, убирать. Подшипник уже приказал долго жить. Откручиваю трубку. Возьму другой ключ. Взял себе набор вот таких ключей разрезных. Дело техники 51-35-70. Хорошая, удобная штука.
Шестигранник здесь пятерочка. Ну и снимаем. Выжимной уже доработан. Доработан сальником. Здесь кольцо резиновое идет понаружи, а здесь почему-то его нет. Странно. Но здесь сальник другого исполнения. Хотя кольцо все равно должно быть. Я переставлю это кольцо. Колечко обжато. У меня такого нет, и в комплекте такого не шло. Поэтому я возьму его, смажу герметиком маленько. А здесь обезжирю обезжиривателем. Пазик, куда оно вставляться будет, пройдусь по кругу. На улице ветер сорвался, мокрый дождь пошел. Я думаю, что ночью снег будет. Все. Трубку установил. Выжимной установил. Ставлю коробку на место. Про тот хомут, который на проводке крепления, кронштейн, я его сразу в сторону отвел, чтобы не зажать.
А вот теперь можно взять болт один, провернуть коробку и наживить. Танцами и бубнами я все-таки ее вытащил, стойку переставил, и можно наживлять. Все, наживляю все болты снизу, убираю стойку, опускаю и привязываю на подушку, чтобы снять напряжение с траверсы. Подушку я все-таки полностью снял, без нее мне удобней. И затягивать болты, вот что задний, что средний, что передний, абсолютно одинаково подлазить без подушки. Затянул и удобно подлазить сотым воротком. Карданчиком для пистолета и головка. Пока коробка у меня не поднята, сразу вот кулису я подвязывал, отвязываю и завожу на место. Кулису головка на 14, два болта я наживил и закрутил один и второй. Теперь можно троса защелкнуть. Один. И второй трос защелкнул. Теперь ставлю кронштейн. Прикручиваю его. Подушка целая. Все, затягиваю подушку. Подушку затянул. А теперь поднимаю двигатель.
все. Все болты наживил, затягиваю. Висит он у меня теперь на двух подушках, коробка с двигателем. Могу снимать траверсу. Вот стопор с тормозного шланга. Я его одеваю на место. Стоит отсюда. И защелкиваем, опускаем вниз. Здесь у нас штуцер прокачки. Пока он наверху, держу ключом на 17 и ключом на 11. Откручу его. Нет, легко пошел, никакого усилия нету. Штуцер я защелкнул, штуцер прокачки ослабил, одел на него шланг вакууматора. Теперь создаю вакуум и открываю, снимаю зажим со шланга. Давление еще держит. Все, жидкость цилиндра пошла. Вот она поднимается. Все, воздуха нету. Закрываю. Закрыл. Снял. Ну, а теперь можно попробовать педальку сцепления, как она будет себя вести. С первого раза у меня ничего не получилось. Накачал опять вакууматором. Приоткрыл чуть-чуть краник. И иду, давлю педаль. Добавил тормозной жидкости.
Вот сейчас педаль, вначале была пустая, сейчас педаль с жидкостью. Прямо чувствуется, как она закачала ее. Иду, закрываю краник.